Как-то раз одному американцу по прозвищу Ласло захотелось пиццы, но отрываться от компьютера ему было лень. Ласло в то время был страстно увлечен приобретением биткоинов, недавно появившейся интернет-валютой. И общаясь на форуме с такими же любителями виртуальных денег, он предложил свои биткоины тому, кто купит или закажет ему пиццу. За две пиццы он пообещал 10 тысяч биткоинов. Дело было 21 мая 2010 года. Мне нравятся такие вещи, как лук, перец, колбаса, грибы, помидоры, пепперони и так далее. Не нужно рыбы. Можно даже обычную сырную пиццу. Пишите, и мы договоримся. В какой стране вы живете? Джексонвилл, Флорида, США. Вы можете продать свои биткоины и получить $41. Я бы купил вам пиццу, но я живу не в США. Я боюсь, что мой заказ воспримут как шутку. Вы правда такой голодный или просто любите пиццу? Просто я думаю, это будет забавно, если говорить, что я купил пиццу за биткоины. Буквально на следующий день Ласло сообщил в социальные сети, что ему заказал пиццу некто Джеркас, который и получил обещанные биткоины. Я хочу сказать, что я купил пиццу за 10 тысяч биткоинов. Смотрите фотки. Спасибо, Джеркас. Поздравляю Ласло с этим историческим событием. Прошло немного времени, и электронные деньги стали дорожать. Через два месяца 10 тысяч биткоинов, которыми Ласло расплатился за пиццу, стоили уже $600. К концу года – 2400. К середине 2013 года их стоимость превысила $1 миллион. Вероятно, они останутся самыми дорогими пиццами в истории. Моя профессия называется майнер. В переводе с английского это означает шахтер. Но я не добываю уголь или железо. Каждую секунду мой домашний компьютер перемывает и перетряхивает массу бесполезной цифровой породы, чтобы извлечь из нее золото. Это золото новой киберэпохи, и оно называется биткоин. «31 октября 2008 года в интернете появилась научная статья, в которой был подробно описан принцип существования совершенно новых электронных денег, названных биткоин. Статья была подписана неизвестным никому именем Сатоши Накамото. Несколькими месяцами позже в интернет была запущена полностью работающая платежная система, созданная им же. Идея настолько элегантна, настолько она красива по своей вот математической сути, для тех, кто в этом разбирается, что устоять практически невозможно. Поэтому биткоин обычно покоряет с первого взгляда тех, кто познакомился с тем, как он устроен. Сразу же после этого Сатоши Накамото пропал из электронной переписки. И с тех пор он ни разу не выходил на связь. Никто не знает ни настоящего имени этого человека, ни его места жительства. Неизвестно даже, один ли это человек или группа создателей. Есть даже версии, что Сатоши — либо инопланетянин, пришелец из будущего, либо искусственный интеллект, зародившийся во всемирной сети. Сатоши Накамото стал настоящей легендой. Его даже сравнивают с Санта-Клаусом. Это, знаете, как встретить Сатоши Накамото — это все равно, что встретить настоящего Санта-Клауса. Ну и на самом деле у него есть объективные причины на то, чтобы скрывать свою личность. Ну, во-первых, если он ее сейчас откроет, то он совершенно лишится личной жизни по объективным причинам. Это с одной стороны. С другой стороны, в самом начале работы системы он заработал достаточно много биткоинов. Что делает его очень богатым человеком. 6 марта 2014 года журнал Newsweek объявил о том, что одна из его сотрудниц нашла Сатоши Накамото. Но в действительности ею был найден программист японского происхождения, живущий в Калифорнии, по имени Дориан Накамото. Она также выяснила, что ранее этот человек носил имя Сатоши, но позже сменил его на Дориан. Сам Дориан Накамото от авторства биткоина публично отказался. Более того, найденный программист не обладал познаниями в криптографии, а значит, не мог создать криптовалюту. Крипто означает шифр. Вообще электронный шифр достаточно давно используется в современном мире, ну, например, шифры банковских счетов,
или электронная подпись, которая является такой же уникальной вещью, как и почерк, собственно, человека, как его личная подпись. Ну и надо сказать, что этот шифр, он сам по себе является достаточно ценным и уникальным, потому что на его производство уходит достаточно много ресурсов. Ну и со временем, естественно, пришла мысль использовать эти самые шифры в качестве денег. У криптовалюты нет единого печатного станка. Любой желающий может установить на своем компьютере программу, которая будет добывать биткоины. Этот процесс называется майнингом, а те, кто его осуществляет, — майнерами. Впервые я узнал о биткоине в 2010 году. Тогда еще не завершился финансовый кризис, и с работой было плохо. Я искал дополнительный заработок в интернете. В сети предлагали сотни способов быстро заработать. Чаще всего это было обычное мошенничество или азартные игры. Но один из сайтов предлагал работу другого рода. Нужно было подключиться к системе, которая что-то высчитывала. И использование мощностей компьютера неплохо оплачивалось. Система называлась «Биткоин». А сами биткоины объявлялись валютой будущего, следующей ступенькой эволюции денег. До появления денег люди обменивались тем, что у них было. К примеру, мясо меняли на каменный топор. Но мясо — продукт скоропортящийся, накопить его невозможно. И топоры громоздкие и тяжелые, использовать в торговле неудобно. Люди стали меняться более мелкими, но ценными вещами. Сначала это были гвозди. Но если все время обмениваться гвоздями, то нечем будет строить. И тогда люди придумали меняться красивыми, редкими, но бесполезными предметами – ракушками. Так первыми деньгами стали красивые и уникальные по форме ракушки каури. Никакой пользы от них не было. Просто люди договорились считать их ценными, наделив определенной стоимостью. Аристотель же полагал, что деньги являются знаками ценности, по поводу которых люди вступили в соглашение между собой ради удобства сделок, и государственная воля, которая закрепила за благородными металлами роль денег, подтвердила это соглашение между людьми. По большому счету, мне тогда было не важно, что такое биткоин. Главное, что на нем можно было заработать. Вполне настоящие деньги, а не виртуальные. Биткоин активно меняли на доллары и рубли, и его курс постоянно рос. Пользователей в биткоине привлекало многое. Например, возможность мгновенно переводить свои средства в любую точку земного шара. Передача биткоинов происходит из рук в руки, от человека к человеку, минуя банки и другие финансовые институты. Такая система называется peer-to-peer, что в переводе означает «от равного к равному» и подразумевает анонимность. Продавец и покупатель знают только номера счетов друг друга. Никаких имен, полная конфиденциальность, полная свобода. Все электронные деньги сталкиваются с проблемой двойной транзакции. Предположим, вы запланировали перевести какую-то сумму другому человеку. За этой операцией следит огромное количество людей по всему миру. Они списывают деньги с одного счета, переводят деньги на другой счет. При этом эти самые люди получают зарплату, вы платите, естественно, комиссию за все эти переводы. Ну и главная проблема, чтобы не было двойной транзакции, чтобы вы не могли отправить одну и ту же сумму двум людям одновременно. Собственно, все эти тысячи людей за этим и следят. С появлением биткоина проблема двойных транзакций исчезла. Все переводы этой валюты фиксируются в специальном архиве. Проходит только первый приказ о транзакции, все прочие отклоняются. Проверкой транзакций и отклонением повторных ошибочных переводов занимаются майнеры. Каждый компьютер, на котором работает майнинг-ферма, содержит копию архива всех транзакций за всю историю существования биткоина. Этот архив называется блокчейн. И туда постоянно вписываются новые транзакции. Причем для пользователей биткоина это производится бесплатно, комиссии нет. Майнеры получают вознаграждение от самой системы биткоин в виде создаваемых новых электронных монет. То есть майнинг неразрывно связан с поддержанием всей системы на плаву. Если сравнивать с теми же системами Western Union или любыми банковскими переводами, то мы знаем, сколько это все стоит. Это серьезный процент плюс фиксированная маржа. Перевод для биткоина стоит доли центов.
вне зависимости от суммы. Проходит он моментально, и нет никаких ни банков, ни нацбанков, ни налоговых, которые могут вам препятствовать получить эти деньги, эти биткоины. В 2013-м я решился добывать биткоины самостоятельно. Но чтобы добывать виртуальную валюту, потребовались вполне реальные денежные вложения. Первые майнеры добывали биткоины на обычных персональных компьютерах. Затем выяснилось, что для расчетов, которые идут во время майнинга, больше всего подходят определенные виды компьютерных видеокарт. Сейчас для добычи биткоина создаются фермы. Это специализированные компьютеры, в которых помещаются несколько мощных видеокарт. И я собрал собственную ферму. Ферма – основа технологий биткоин. И это и печатный станок для новых денег, и распределенный на тысячи разных компьютеров банк, обеспечивающий перевод средств от человека к человеку, и архив, фиксирующий информацию о них. С развитием ремесел и торговли стало очевидным, что ракушек уже недостаточно, и для их замены было выбрано золото. Но чтобы его не взвешивать каждый раз, а упростить эту процедуру, люди стали оценивать стоимость на глазок, что привело к появлению золотых чеканных монет. Однако носить с собой большую сумму всегда опасно. И тогда были придуманы специальные места для хранения золотых монет – банки. Торгуя между собой, люди стали обмениваться не золотом, а расписками, которые означали «Вот тут лежит мое золото, можешь получить, я разрешаю». Такие расписки стали называться банкнотами. И сейчас наши купюры, сберкнижки, мобильные банки и платежные карты – это не совсем деньги. Это наше распоряжение банку. Отдайте такую-то часть моих сбережений, я разрешаю. Но мы, когда платим, об этом даже не задумываемся. Многие считают, что биткоин стал ответом на мировой экономический кризис 2008 года, серьезно подорвавший доверие к существующей финансовой системе. И прежде всего, к банкам. Тогда все обвиняли банкиров в раздаче кредитов, не имеющих имущественного обеспечения, а государство – в излишней эмиссии национальных валют. Первыми поклонниками биткоина стали криптоанархисты и либертарианцы, считающие, что государства не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность людей. Для них криптовалюта стала средством экономической свободы, важнейшим изобретением человечества со времен появления интернета. Новые деньги, по их мнению, также превосходят имеющиеся, как электронная почта превосходит обычную. Нужно вот биткоин рассматривать в части тех системных решений, которые сейчас функционируют на финансовом рынке. Что сейчас происходит? Да? Случился кризис 2008 года, который всех напугал. Там очень сильно сработали системные риски, кредитные риски и так далее. Да? Это напугало всех в мире. Новой мировой финансовой системе, которая так сильно пострадала от кризиса 2008 года, всего полвека. Она существует с того момента, как отменили золотой стандарт. Если до этого количество денег в мире равнялось объему всего добытого золота, то теперь его можно ограничить только здравым смыслом. Но здравого смысла финансистам хватало не всегда. И в этом определенная слабость системы. В 19 веке появились большие заводы и фабрики. И стало очевидным, что количество денег должно увеличиваться одновременно с количеством товаров. Иначе эти товары будет просто не на что купить. Этот процесс получил название «эмиссия». Сначала эмиссия денег была естественной. Шахты добывали новое золото, и количество монет увеличивалось. Но потом шахты стали не успевать за производством. Тогда банкиры договорились и отменили золотой стандарт. То есть, если раньше каждую бумажную купюру можно было обменять на золото, то теперь нет. Государства получили возможность печатать столько денег, сколько хотят. Но всегда остается соблазн напечатать немножко больше, про запас. Кейнс считал, что золотой стандарт, он сдерживает такую монетарную или кредитно-денежную политику,
которое направлено на стимулирование совокупного спроса и тем самым на решение проблемы массовой безработицы и создание полной занятости. Поэтому Кейнс добивался отмены золотого стандарта и, значит, получил поддержку на Бреттон-Вудской международной конференции 1944 года, хотя та система международных валютных курсов, которая возникла там и отвечала интересам прежде всего Соединенных Штатов, она не была столь радикальной, как предлагал Кейнс, который хотел создать даже новую условную мировую валюту банкор. Имея свой печатный денежный станок, США с тех пор пытаются напечатать такое количество долларов, чтобы купить на них весь мир. Здравый смысл давно забыт. Все существующие валюты в той или иной степени стали находиться в зависимости от доллара. Исключением стал биткоин. В новой валюте, которая появилась на свет как игрушечная, виртуальная, многие финансисты увидели ту силу, которая способна одолеть финансовое лидерство США. Биткоин стали рассматривать как альтернативу всемогущему доллару. Биткоин обеспечен, конечно, меньше, чем, например, как американский доллар. Почему? Потому что доллар обеспечивается насилием. А биткоин – это как раз противоположность насилию. Это добровольные контракты между людьми. Едва родившись, биткоин неожиданно приобрел множество сторонников. И миссия биткоина обеспечивается только математическими расчетами. Ни один человек, даже обладающий огромной властью, не может ее ускорить или замедлить. На этом и основывается система, придуманная Сатоши Накамото. Каждые 10 минут в мире появляются 25 новых биткоинов. И неважно, 10 человек их сейчас добывает или миллион, биткоинов все равно будет 25. Чем больше участников майнинга, тем сложнее становятся вычисления, благодаря которым появляются на свет новые биткоины. Добывая биткоины, все время ощущаешь постоянную гонку. Чем выше интерес к биткоину, тем дороже оборудование для его добычи. Стало заметно, что мощности моей фермы уже не хватает. Писатели-фантасты в разные времена предлагали множество разнообразных вариантов для замены золотого стандарта. Универсальным мерилом стоимости товаров в будущем называли и воду, и воздух, и киловатт-час энергии. С появлением криптовалюты новой единицей ценности можно считать вычислительную мощность компьютеров. Не природные ресурсы, не производственные мощности заводов, а цифровые технологии стали золотом нового времени. Почувствовав запах новых денег, производители вычислительной техники стали создавать целые фабрики по выпуску криптовалюты. Появились процессоры, специально спроектированные для получения биткоинов. Их назвали ASIC-майнерами. Первыми производство ASIC-майнеров наладили в Китае. Они продавались по предоплате и стоили десятки тысяч долларов. Покупателям приходилось ждать их появления около полугода. Но все равно спрос был огромным. В Европе крупное производство ASIC-майнеров располагается в Таллине. Спрос достаточно большой, причем спрос не падает, несмотря на рост сложности. А среди покупателей есть как и новички, которые только-только вот услышали где-то в новостях про биткоин, есть и профессионалы, есть также люди, которые занимаются майнингом профессионально. Для таких людей мы разрабатываем специализированные фермы, где используется не один ASIC-майнер, а целая группа. То есть там совсем другие вопросы, но люди самые разные, самых разных возрастов, из разных стран. Есть и Европа, и Россия, и Южная Америка, и США, и Япония. Мощность специализированных процессоров растет с каждым днем. Производительность домашних ферм уступает им в сотни раз. Майнеры-частники теперь либо довольствуются крохами с чужого стола, либо вовсе оказываются за бортом. Новые процессоры столь активно работают, что чудовищно перегреваются. На их охлаждение тратится масса электроэнергии. Чтобы снизить расходы, самые передовые из корпораций переносят вычислительные центры в Арктику, где естественные холодильники вечной мерзлоты создают необходимую температуру для работы. Здесь, за полярным кругом, строится финансовая империя нового цифрового века — империя биткоина. Уже на сегодняшний день
мощность сети, которая поддерживает транзакции, проводимые с помощью биткоина, превышает мощности всех суперкомпьютеров мира вместе взятых. Таким образом, если государство захочет потратить деньги своих налогоплательщиков на эту, на мой взгляд, не очень умную операцию, то не факт, что она сможет, это государство, превзойти в своем технологическом уровне, в своем финансовом уровне объединенные усилия всех сторонников биткоина во всем мире. Привычные нам деньги, доллар или рубль, можно разделить только на сотые части. Они называются центами или копейками. Биткоины делятся до восьмого знака. То есть вы можете передать человеку одну 100-миллионную часть биткоина. Самая маленькая частичка биткоина называется сатоши, в честь создателя этой криптовалюты. Такую особенность очень хорошо использовать при сборе средств на благотворительность. Если вы хотите пожертвовать на благое дело небольшую сумму, к примеру, 1 рубль, то в современных электронных платежах стоимость комиссии будет больше самого перевода. Вы переведете 1 рубль, а заплатите за это 5. Биткоинами же можно переводить суммы значительно меньше копейки в денежном эквиваленте, без всяких потерь. С миру по нитке собираются неожиданно большие суммы. Человек, который ведет взаиморасчеты в биткоинах, он сразу на 30% выигрывает, потому что отбрасываются банки, отбрасываются интересы правительств, которые делают эмиссию, и он от них становится независимым. То есть он зависим только от того, сколько человек поверит в биткоин. Чем больше человек верит, тем он устойчивее. Удивительно, но та страна против финансовой системы, которой выступил биткоин, одной из первых встала на поддержку новой криптовалюты. Именно в США появились первые биржи биткоинов. В некоторых штатах налаживается установка биткоин-банкоматов, свободно обменивающих биткоины на доллары и наоборот. В ряде компаний, по заявлению работников, им могут выплачивать в биткоинах заработную плату. То ли Соединенные Штаты без боя капитулировали перед деньгами будущего, то ли уже ожидали появления криптовалюты и были к ней готовы. До появления биткоина люди были вынуждены получать разрешение банка или правительства для обмена денежными средствами с другими людьми. Теперь благодаря биткоину вам не нужно чье-либо разрешение. Он просто работает. Отправить или получить биткоин так же просто, как отправить или получить e-mail. И это может полностью изменить ведение бизнеса во всем мире. 2013 год ознаменовался стремительным ростом курса биткоина. Если в начале года один биткоин стоил 13 долларов, то к декабрю за него давали более 1000 долларов. В истории это был один из самых значительных примеров взлета цены финансовых активов. Поверившие в биткоин энтузиасты внезапно стали миллионерами. На новую криптовалюту обратили внимание серьезные финансисты и государственные структуры в разных странах. У биткоина сразу появились влиятельные союзники. Финансисты, инвесторы, биржевые спекулянты, главы хедж-фондов стали превращать эксперимент Сатоши Накамото в средство обогащения и влияния. Первым из российских финансистов, кто высказался о криптовалютах, был президент Сбербанка России Герман Греф. 24 января 2014 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью агентству Bloomberg Греф заявил, что виртуальные валюты – очень интересный международный эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии. Их определенно не нужно запрещать. Их следует пытаться осознать и, может быть, правильно регулировать. Особенностью криптовалюты является ее лимитированная эмиссия. Этим она похожа скорее не на традиционные деньги, а на сырьевой ресурс. И биткоин – это только частный случай общего принципа криптовалют. Поэтому так важно понять механизм функционирования всей системы цифрового золота, а возможно и использовать его для развития собственной национальной валюты. Но наряду с достоинствами, присущими всем криптовалютам, биткоин имеет и свои специфические недостатки. В первую очередь, это его независимость. За биткоином не стоит ни одного официального института. Это значит, что потерю биткоинов никто не возместит их владельцам. Второе – это анонимность, из-за чего биткоин вступает в конфронтацию с законами большинства стран, призванных противодействовать отмыванию денег, уклонению от налогов, финансированию террористов.
Заявление Центробанка России от 27 января 2014 года под названием «Об использовании при совершении сделок виртуальных валют, в частности биткоин», подтверждает, что эти особенности не остались незамеченными. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары, работы, услуги, будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такая валюта, она анонимна. Она не обеспечена реальной стоимостью, и на нее невозможно обратить взыскание по исполнительным документам. Ее стоимость определяется непосредственно спекулятивными действиями. В связи с этим оборот криптовалюты, он способствует теневой экономике и нарушает права добросовестных лиц. После заявления Центробанка биткоин привлек к себе внимание правоохранительных органов. И хотя официально криптовалюта не была запрещена, ее использование не регулировалось никакими законами. По фактам размещения информации о приеме виртуальных валют в качестве средства платежа, нами были организованы проверки в Волгоградской области, Новосибирской, Новгородской областях, в городах Санкт-Петербурге, Москве и ряде других регионов. По их результатам были приняты необходимые прокурорские акты реагирования с учетом существующих правовых норм. В начале этой недели нашу компанию посетили представители прокуратуры района и ОБЭП. На руках у них было письмо Генпрокуратуры, в котором было написано, что необходимо проверить нашу компанию, так как мы используем биткоины в качестве средства оплаты услуг, что нарушает закон о ЦБ. По сути, они говорят, что я нарушил закон о рекламе, потенциально размещая информацию, запрещенную законом. Возможно, сначала взгреют, не разбираясь, и придется оспорить вышестоящие инстанции. Но и шумиха, может, поможет. Решающему органу придется глубже вдуматься в предмет изучения. Вообще, насколько я знаю, нельзя для оплаты официально использовать какие-либо валютные денежные знаки на территории РФ, кроме как российский рубль и пресловутая условная единица. Опасность в том, что люди с низким уровнем финансовой грамотности обычно принимают решения не исходя из их разумности и целесообразности, а исходя из рекламных роликов, там, склонности к чему-то новому, ну, то есть к каким-то субъективным, так сказать, вещам. И понятно, что опасность это в том, что люди могли бы там, инвестировать, использовать это в качестве денег, ну, не понимая полностью этих рисков, которые они несут. И обычно это заканчивается тем, что большое количество граждан проигрывает. И государству надо вот разобраться с этой социально агрессивной толпой. Естественно, что государство уже давно научились себя вести в такой вот парадигме. И обычно говорят, нет, знаете, вот мы не допустим того, чтобы у нас были растерженные, так сказать, потерянные инвесторы. Как человек опытный, свои биткоины я хранил на бирже MTGOX, в ту пору крупнейшей в мире. В феврале 2014 года сайт биржи оказался недоступен. Тысячи людей безрезультатно пытались попасть на него, чтобы убедиться, что их деньги целы. Позже владельцы биржи сообщили, что из-за найденной в программе ошибки хакеры ограбили их более чем на 700 тысяч биткоинов. В этот день я потерял весь свой капитал. Вместе со мной банкротами стали 127 тысяч человек. Вообще, крах биржи MTGOX – это достаточно темное дело. Это была одна из первых бирж, которая работала с биткоинами, и она работала полностью официально. Она была зарегистрирована в Японии, но, как вот показатель, она работала в США, где, как известно, очень строгие финансовые законы. Ее там, конечно, не могли зарегистрировать, но работала, она там работала и делала это полностью официально. Сначала прошла информация о том, что хакеры взломали и похитили 750 тысяч биткоинов. Это по курсу того времени где-то полмиллиарда долларов. Причем уязвимость они нашли не в самих биткоинах, которые, как известно, практически невозможно подделать, а нашли в самой структуре биржи. Ну и потом начала появляться информация о том, что часть биткоинов осталась на счетах организаторов бирж, и они в общем, воспользовались служебным положением, но это все не доказано. Но главное, на самом деле, то, что люди там потеряли огромное количество денег, ну и навряд ли им уже кто-то это все дело вернет.
Финансовая пирамида – это способ получить деньги, ничего при этом не делая. Первую пирамиду построил итальянец Чарльз Понци. Он рассказал всем, что придумал очень выгодный способ зарабатывания денег. Если вы отдадите ему свой доллар, то через 3 месяца он вам вернет 2. И что интересно, действительно возвращал. И почему же не вернуть? Ведь деньги ему несли и несли. В этом и заключается принцип пирамиды. Она ничего не производит. Те, кто пришел раньше, получают прибыль из денег тех, кто пришел позже. Но больше всех получает организатор, который только собирает деньги в свой карман. Но рано или поздно новые люди перестают приходить, и пирамида рушится. Исторически биткоин имел под собой в основе не технические какие-то идеи или технологии реализации. Биткоин – это о другом. Биткоин – это о свободе. Для многих людей, использующих биткоин, новая валюта стала не только источником дохода или средством расчетов. Поддержка криптовалют стала своеобразной идеологией экономической свободы. И ее последователи активно агитируют новых сторонников. Один из таких активистов – Роджер Вер, финансист из Калифорнии. Едва услышав о криптовалюте, Вер начал вкладывать в нее все свои средства. Благодаря биткоину он заработал несколько сот миллионов долларов. Сейчас его состояние приближается к миллиарду. Первый раз я услышал о биткоине более 3 лет назад, в январе или феврале 2011 года, и осознал, что он изменит жизнь каждого человека на планете. Так как впервые появился способ отправить или получить любую сумму денег в любой точке планеты, не запрашивая для этого разрешения банка или правительства. И это просто замечательно. Роджера Вера называют Иисусом биткоина. Его убежденность в силе новой валюты близка к религиозной. Многим из своих знакомых Роджер Вер помогает создавать электронные кошельки и переводит туда биткоины. Вер не одинок в своих мессианских идеях. Распространением биткоина в мире занимается не финансовая, а общественная организация – фонд Bitcoin Foundation, зарегистрированный в США. Являясь одной из самых влиятельных, эта структура не только пропагандирует биткоин, но и консультирует законодательные органы власти мировых держав. Апреля 2014 года в Москве состоялась первая в России конференция, посвященная биткоину – Bitcoin Conference Russia. Ее официальным организатором стало выставочное агентство Smile Expo. Но Bitcoin Foundation на своем информационном сайте внес московскую конференцию в список собственных мероприятий. На нее собрались и майнеры, и инвесторы, и создатели бирж. Я готов отдать свои силы для того, чтобы биткоин стал полноценными деньгами, которыми мы могли бы друг с другом расплачиваться, хранить свои сбережения и управлять так, как это хочется нам. На конференции не было случайных людей. За каждым из собравшихся стоял свой бизнес-проект, связанный с биткоином. Все они поверили в криптовалюту, вложили свои силы и средства в ее дальнейшее развитие. Однако многих смущала неопределенность статуса биткоина в России. На тот момент не существовало закона, ни запрещающего, ни наоборот разрешающего свободный оборот криптовалюты. Как мы понимаем, что эта тема дальше будет развиваться, мы, естественно, как бы подняли своевременно как бы проблему и поставили вопрос, что надо как-то эту деятельность вести в правовое поле. Есть в мире страны, которые уже запретили использование этой валюты. Есть страны, которые достаточно четко регламентируют их деятельность, Германия, США, ну и еще ряд стран. А значительное количество стран до сих пор еще не могут определиться, стоит ли использовать данные криптовалюты, потому что, как бы, тут, опять же говорю, должно быть приниматься достаточно грамотное, взвешенное решение о возможности. Еще осенью 2013 года Китай запретил принимать платежи в биткоинах и конвертировать их в национальную валюту юань. В России осенью 2014 года предлагали более радикальный закон, запрещающий не только оборот биткоинов, но и эмиссию, то есть майнинг.
Простым гражданам нарушение законных требований грозит штрафом до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – до миллиона. Правительству нравится контролировать поведение людей, вводить всевозможные запреты. Биткоин же позволяет любому человеку отправлять или получать любое количество денег без разрешения правительства. Возможно, поэтому правительства неохотно принимают его. Но в конечном итоге биткоин невозможно остановить, прекратить или контролировать. Поэтому не имеет никакого значения, какие законы или распоряжения примет то или иное правительство в отношении биткоина. Его уже не остановить. За свою недолгую историю биткоин действительно успел подпортить себе репутацию. В 2011 году, когда открылся сайт интернет-магазина Silk Road, то 70% ассортимента составляли запрещенные законом товары. Психотропные препараты, приравненные к наркотикам. Расчеты на сайте велись в биткоинах. Это обеспечивало анонимность и продавцов, и покупателей. 2 октября 2013 года основатель и владелец сайта Уильям Росс Ульбрих, который скрывался под псевдонимом «Ужасный пират Робертс», был арестован ФБР. Следствие получило доступ к его биткоин-кошельку, в котором на тот момент имелось 144 336 монет. Многих в биткоине привлекает его анонимность. И, конечно, это делает биткоин привлекательным для любых нелегальных операций. Но, с другой стороны, практически любой предмет на свете можно приспособить как для благих, так и для преступных целей. В конце концов, большинство нелегальных вещей на планете покупают за обычные деньги. И еще никто не пытался их за это отменить. Можно сказать, что ФБР фактически признало биткоин, поскольку содержимое кошелька не было уничтожено как нечто незаконное. В июне 2014 года на аукционе продали часть конфискованных биткоинов и выручили за них более 8 миллионов долларов. Американские власти очень лояльны к этой анонимной криптовалюте. Но можно ли ее назвать анонимной, когда каждый день появляются сообщения о том, что спецслужбы, в особенности в США, ведут наблюдение за миллионами пользователей интернета? Биткоин хранит информацию обо всех транзакциях, любом движении денежных средств. Биткоин-кошельки анонимны, они обозначены случайным набором цифр и букв. Но если у кого-то есть возможность отследить за этими символами конкретных людей, то станет известна каждая покупка, каждый доход, каждый шаг отдельного человека. По большому счету мне не важно, что такое биткоин. Деньги, активы или какой-то новый, только что изобретенный вид собственности. Крупные добытчики биткоина вытеснили нас, майнеров-одиночек. Но вслед за биткоином появились другие криптовалюты. Лайткоины, доккоины. Работая по тому же принципу, что и биткоин, они еще не стали элементом мировой финансовой политики и объектом интереса корпораций. А значит, есть еще работа и для моей домашней фермы. Каждый день возникают новые криптовалюты. А значит, их уже нельзя игнорировать. Можно использовать, можно запрещать, но не замечать невозможно. Это такая же часть современного мира, как почта без конвертов и почтальонов, или международные телефонные звонки через Skype без барышни на коммутаторе. Процитировать хочу Махатму Ганди. Сперва нас не замечают, потом над нами смеются, потом с нами борются, а потом мы побеждаем. Это очень хорошее определение биткоин. То есть есть категории, которые не знают, что такое биткоин, просто не замечают. Есть те, кто смеются и приравнивают к МММ. Есть категория, которая пытается четко бороться. И есть категория, которая уже осознала, что это будущее, поэтому нет смысла бороться, оно уже пришло, и они просто инвестируют в развитие биткоина. Если биткоин начнут использовать по всему миру, то один биткоин, цена которого сейчас составляет около 500 евро или долларов, будет стоить сотни тысяч, а может даже миллион евро или долларов. И это действительно возможно, если биткоин будет использоваться повсеместно. Мне кажется, что это интересная инновация, это поиск новых решений для денег, совершенно новые среде, вот, которая сейчас формируется и сформировалась. Ну, как мне кажется, время таких инструментов – это через 10, через 15, 20 лет.
То есть, конечно, сейчас надо экспериментировать, но я бы не перекладывал бы сейчас на эти инструменты серьезных функций в области обслуживания товарных потоков, там, инвестиций и так далее. Общество к этому не готово ни технологически, ни ментально, ни регулятивно. История криптовалют невелика, но в ней уже есть свои легенды. Один из информационных сайтов, который отслеживает мировые цены на золото, нефть и основные валюты, отдельной позицией показывает рейтинг пиццы, заказанной биткоин-майнером Ласло в 2010 году. На момент съемок фильма цена этих двух пицц составляла уже 3 миллиона 580 тысяч долларов. Я думаю, что существующие криптовалюты, они находятся в процессе эволюции. И я думаю, в том виде, в каком они существуют сейчас, они не будут являться вершиной этой эволюции. То есть явно на основе биткоина, его родственников альткоинов, еще каких-то новых технологий появится другой продукт, в который будут конвертированы средства из биткоина, из его аналогов. То есть то, что может стать всемирными деньгами, еще не существует. То есть мы на пути к этому, и биткоин, я думаю, здесь отличный первый этап. Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей. Тот, кто контролирует энергию, контролирует континенты. Тот, кто контролирует деньги, контролирует мир, сказал в 1973 году американский политик Генри Киссинджер. Проповедники биткоина называют его орудием свободы, которое разрушит финансовое рабство и уничтожит и банкиров, и банки. Не будет больше ни грабительских кредитов, ни инфляции, ни кризисов. We'll be right back.